Депутаты областной думы написали письмо Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть некоторые правила дорожного движения. Речь об ужесточении контроля за водителями, позволяющими себе парковать транспортные средства на газонах, территориях детских площадок и во дворах многоквартирных домов. К депутатам регулярно обращаются ивановцы с просьбой приструнить нарушителей. Власть имущие разводят руками. Административных санкций на данный момент нет. Сотрудники ГИБДД не имеют достаточных прав по пресечению движения в жилых зонах и на дворовых территориях. Ивановские депутаты считают необходимым запретить остановку и стоянку, препятствующую движению пешеходов, а также движение по зелененным территориям, игровым и спортивным площадкам. Задача жителей будет следить за порядком в своих дворах, составлять протоколы и отправлять их в ГИБДД. Санкции для водителей и нарушителей должны быть существенными. Я понимаю, предвижу сразу вопрос о том, что где ставить тогда машины. Поэтому, безусловно, что параллельно с этим мы намечаем сегодня в рамках и предшествующих мероприятий бюджета 2014 года, и сегодня на комиссии по безопасности дорожного движения обращение к городской администрации все-таки вернуться к программе парковок на территории города и подземных, и надземных, о которых уже длительное время мы слышим от городской мэрии.